слушать шум революции, призывал Александр Блок в статье «Интеллигенция и революция». Эту музыку он воплотил в знаменитой поэме «12». Уникальный экземпляр произведения с иллюстрациями Юрия Анненкова хранится в городской библиотеке имени Маяковского. Это настоящий памятник истории и памятник книжного искусства. Издана книга легендарным издательством «Алконост», в деятельности которого Александр Блок принимал непосредственное участие. К 140-летию со дня рождения Александра Блока сотрудники библиотеки собрали лучшие издания из разных отделов. На выставке посетители смогут проследить творческий путь поэта, прочитать воспоминания современников, критические статьи, узнать больше об эпохе, в которой он творил. Как говорил сам Александр Блок, поэт должен быть голосом времени, духом времени соответствовать. И он пытался, собственно, в стихах воплотить, отразить, изобразить непосредственно происходящие события. Он не был противником советской власти, и это вызвало, конечно же, неоднозначную реакцию среди его коллег по цеху литературному. Нам, его близко знававшим, стоял он прекрасной загадкой, то близкий, то дальний, прекрасный всегда. Так о нем отзывался Андрей Белый. Творчество Блока пропитано мистикой и символами. Не исключение и цикла стихов о прекрасной даме, в которой поэт воплотил свои лирические переживания. Посетить выставку к 140-летию Александра Блока можно в библиотеке имени Маяковского до конца года. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.